Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие алимы, дорогие братья, сестры, приветствую вас самыми добрыми пожеланиями и молитвами. Да примет Аллах наш маджлис. Усман ибн Мазун, ради Аллаху анху, очень великий сподвижник пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, из рода курайшитов. В свое время очень популярная личность. Когда он покинул этот мир, заворачивали в саван, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, подошел, открыл его лицо, и согласно хадиту, который передается от Аишата, радиаллаху анха, он поцеловал ему в лоб, Усмана в лоб, который покинул этот мир. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Туба лака я Усман, радость тебе, о Усман». После того, как похоронили, собственноручно посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, поставил на его могиле надгробный камень и сказал: «Этим мы будем знать о нашем брате, где он находится». Вот так почитал пророк, алейхиссалату вассалам, этого сподвижника. Отличительная черта от остальных сподвижников, какая была у этого сахабия, ради Аллаху анху. Знаете, до ислама, во время джахилия еще, этот сподвижник харам сделал для себя все опьяняющие напитки. А дурманивающий разум напитки он себе сделал харам. Еще до исламского запрета. Знаете почему? Потому что он говорил: «Ла ашрабу шайан юдхибу акли». Я никогда не пил то, что одурманивает мой разум. «Ва юдхику минни ман хуа дуни, ва яхмилуни аля ан ункиха каримати ман ла уриду». И также я не употреблял опьяняющие напитки, после употребления которого вызовет насмешки и издевательский смех остальных людей надо мной. Понимаете же, о чем говорит он? Из-за его вот такой мощной, прочной позиции Аллаху Та'ала всегда четко справедливость. И такая позиция всегда Аллаху Та'ала любит. И Всевышний Аллах его возвысил. Это, дорогие мои братья и сестры, один пример. Еще один пример другой личности, тоже очень известной в исламской истории, хочу привести. И потом мы перейдем к более ближе к нашей теме. Абдурахман ибн Аби Бакр ас-Суюти, рахимахуллах, это очень крупный алим исламской истории. Этот ученый говорит: «Мой дом, говорит, был расположен на берегу реки Нил, и окна смотрелись прямо на берег, куда со всех клочков земли, со всех уголков земного шара люди приходили для того, чтобы отдыхать и наслаждаться, увидев этот берег этой реки и насмотреться на эту красоту». Представьте, этот ученый Суюти говорит: «Я находился в этом доме, изучая ильму 10 лет. Я не нашел, говорит, за это 10 лет хоть малое время свободное для того, чтобы насладиться, смотря на это место, куда приезжают со всего земного шара люди насладиться, увидев эту красоту». Из-за чего? Из-за того, что, говорит, я усердно читал ильму и не хотел упустить даже секунды, минуты, не читая ильму. «А почему ты так усердно читал ильму?» спрашивают этого великого ученого. Он говорит: «Умма туаззиму аль-ильм». Я, говорит, слышал, что умма пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, она будет возвеличена именно ильмой.
науками. Я, говорит, хотел стать частичкой, причиной для того, чтобы возвеличилась хотя бы малую часть в процентном соотношении умма пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Посмотрите, какое усердие человека. Полностью и целиком посвятил себя, даже не освободил собственную жизнь и свое время. Просто посмотреть через окно, которое смотрится на этот берег. Я попросил бы Аллаха сегодня хотя бы частичку желания, усердия этого имама, чтобы Аллаху Та'ала нам дал за умму переживание. Также стойкость и четкая позиция того сподвижника, чтобы Аллаху Та'ала нам подарил частичку. Почему я так говорю, и это два примера привел, братья и сестры? Наша республика сегодня стала очень привлекательной. Она-то всегда была привлекательной. Сегодня по-особому мы видим последние годы, как к нам толпами отправляются туристы, гости. А мы должны знать, ответственность наша увеличивается. Гораздо увеличивается перед Всевышним Творцом у каждого из нас. Почему? Потому что мы должны вести себя достойно. Мы должны быть примером. Уходя отсюда, покинув нашу республику, нашу малую родину, чтобы они уходили с самыми лучшими, позитивными эмоциями и впечатлениями. Иначе каждый из нас ответственен перед Всевышним Аллахом. Толкование одного аята в Священном Коране таких больших муфассиров, как имам Табари, имам Куртуби и Джалалайн, говорится следующие слова предупреждающего характера. «Тафрикун нас аниль иман». То есть далее говорится, ты не будь говорить причиной отвратить людей от ислама, препятствовать людям интересоваться исламом, не будь говорить тем, кто разгоняет людей от ислама и от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот поистине говорит, имам Табари говорит, человек не должен стать и языком это все дело, то, что мы перечислили. Оттолкнуть, отвратить, препятствовать, мешать. Он говорит, своими действиями тоже может это делать. Кто говорит, вот это делает, его ждет, говорит, дно адского огня, говорит, и великое наказание от Всевышнего Аллаха. Представляете, братья мои, и сестры, на нас какая ответственность? Мы знаем, особенно обращение наше к гидам, которые встречают этих гостей и сопровождают днями, ночами по разным маршрутам, геолокациям нашей республики. Среди них есть разные. Есть, алхамдулиллах, очень порядочные, справедливые, скромные, благонравные гиды. Знаете, после встречи с такими гидами, наши гости, уезжая в свои края, субъекты, они всегда говорят о Дагестане хорошо. Был один случай, когда очень порядочно, скромно, сдержанно, и самое главное, гостеприимно и уважительно, когда гид относился, один из гостей, прямо вот ему понравился его нрав и характер этого гида, этого человека. Насколько это его привязало, расположило к этому гиду, что тот человек, он лишний раз не позволяет себе, что отвратило бы, что оттолкнуло бы. Он максимально уважительно
и говоря о ценностях нашей республики, все максимально благоприятно он ведет этого гостя, что тому даже понравилось, когда наступило время, то, что он читал четки. И он попросил себе их. Настолько ему стало приятно видеть и находиться с этим человеком. Он подарил ему, он ни слова ему не говорит, исламизации он не делает, он ничему не призывает его. Он аккуратно, справедливо, четко себя ведет, а тот расположился к нему. Приятно стало ему с ним. И тот попросил, что ты крутишь, говорит, дай мне, мне нравятся эти вещи. Они называются четки, он дает их. Следующий день, у них же 2-3 дня маршрут длится. Этот гид видит, тот крутит, как вчера он крутил эти четки. Он с улыбкой говорит, что вот ты читаешь? Тот говорит, я не знаю, говорит, что читать. Я говорю, о Боже, Господи мой, читаю, крутил эти четки. Понимаете, братья мои? Он просто показал достопримечательности нашей республики, какие были у нас предки, какие они гостеприимные были, показал своим собственным примером, какой должен быть настоящий дагестанец. Понимаете, есть другие, конечно, к большому сожалению, гиды. Я в сторону Южного Дагестана, когда еще работал имамом, остановился у одной заправки. Прямо все, кто Дербент ездят, гости, все там буквально останавливаются. Очень неприятная картина. Этот молодой человек может увидеть мое выступление, обращаясь к нему и к подобным таким гидам, нашим братьям, я бы сказал бы. Если ты знаешь, брат, в тот день, останавливаясь, как ты подстроился под тех, боясь, что ты упустишь своего клиента, изменил свой образ, вместо того, чтобы вести их достойно, как в вышеупомянутом примере, вести их самые лучшие красоты, места нашей республики и рассказать им, она разобщит этих людей. Я имею в виду этот молодой человек, который нашел одну гостью-туристку, неприлично станция себя вел. Если ты меня видишь сегодня, не только я увидел тебя, Аллах увидел в этот день. И подстраиваться вместо того, чтобы напомнить нашим гостям и показать им лучший пример горца, прежде всего мусульманина, скромный пример, благонравный пример. Если ты этого не делаешь, грош тебе цена. Оставь эту работу. Не позор нашу республику. И таких людей ничего хорошего не ждет. Далее, дорогие мои братья, есть, например, почему некоторые гиды не говорят с нашими гостями, почему они молчат, либо ведут их в самые нехорошие, злачные места. Сколько красивых, достойных мест у нас. Неужели нельзя им рассказать о нашей истории? Как некоторые братья даже за свой счет покупают исторические, поучительные брошюры и дают в руки этим гостям, читая эту книгу, ты узнаешь, кто такой дагестанец. Читая эту книгу, ты узнаешь, какова история нашей республики, к чему призывают наши предводители, наши имамы, духовные лидеры. За свой счет они дают такие книги, брошюры этим гостям и показывают самый лучший пример. И когда вот так они с нашими гостями, есть случай, когда полностью образ жизни нашей республики принял, переехали сюда и начали вчера бывшие наши гости жителями нашей республики. Есть такие случаи. Почему бы всем гидам таким не быть? И еще в конце, дорогие мои братья, вот оттуда приезжая, сколько гор мы увидели, то справа, слева. Какие они красивые и разнообразные. Спросите вы этих гор. Знаете, эти горы и скалы, сколько героев нашей республики видели.
Скольких героев эти скалы и горы видели? Могли бы они говорить о них, об их именах произнести, могли бы они? Биография этих героев заставила бы нас стыдиться и плакать, дорогие мои братья и сестры. Понимаете, вот тот начальник, который упомянул два примера двух личностей великих, какие личности, сотни и тысячи увидели эти горы наших предков дагестанцев. Почему некоторые наши братья, находясь в такой ответственной должности, будучи гидом, должны позорить историю? Разве это справедливо? Поэтому вместо того, чтобы показать праведность, верность Аллаху, иман крепкий, смотря на тебя, чтобы эти люди подумали, на самом деле, какая же красивая эта республика. Нет, ты поддакиваешь, ты боишься терять клиентов. Мы причина всему этому. Наоборот, подстраиваемся и присоединяемся к ним, продолжаем разобщать и творить зло. Нельзя так, дорогие мои братья, передайте, если есть среди вашего круга на этой должности, кто работает, на них очень большая, великая ответственность. Пусть покажут Дагестан самой лучшей, красивой, прекрасной стороны, прекрасном свете. И мы тоже должны этого делать. Да поможет Аллаху Та'ала нам быть достойными наших предков, сохранить все наши ценности, нашу культуру, быть и сохраненном виде целости и сохранности, передать это нашим детям, будущему поколению. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.